скажи что-нибудь вместе. Я не знаю, мне просто пока такое состояние, да я осознаю еще, наверное. Ну, конечно, не осознаю. У меня внутри все трясется. Мы долго потом шли. Да. Просто это сейчас неожиданно было для меня вообще. Это самое главное, потому что мы хотели сделать неожиданность. У нас получилось. Все, я думала, вот это все. Всегда думала, если этот день настанет, ко мне будет реакция. Думала, буду плакать сразу. Потом думала, буду кричать, да, там, зарать, прыгать. А просто стояла, как вкопанная. Ты просто не веришь, мне кажется, ты думала, что реально какую-то розу принесла. Я сейчас не верю, я не осознаю. Вот мы сейчас стоим и сообщаемся, это мое время, я что делать? Больше профиля своего. Вот так. Какой свет шикарный. Ключи у тебя? Ну, пойдем. Но уже в воскресенье я знала о том, что это будет в среду. А что ты мне про завтра говоришь? А это я тебя сбивал с толку. Отвлекающий маневр. Ну, как ты все придумал? Течет, конечно, волнительно. Ты не представляешь, что стоило найти крышу, на которой пусть... И я вообще не поняла, ну идет с цветами, у меня просто встретиться с таким букетом. Классная губа накрасила. Нет, отдавать, дай, ну так, все, это для фотосессии чисто так, это мне портфолио. Да, Снежана, у тебя будет прикольное портфолио. Сегодня день, да. Спасибо. Да. Спасибо, ребята. Супер. Самый лучший день в моей жизни. Самый лучший. Я буду плакать. Это один из лучших, а будет еще самый лучший. Вся жизнь самая будет впереди. Самая. Да, да. Кира плачет.
Правильно, Андрюха, снимай. Снимай. Ты чего вообще? История должна быть историей. У меня красивый макияж, нельзя плакать. Ты знала, что самое лучшее. Ты сделаешь что не банально. 3,5 года. Ну не зря. Не зря. А вот сейчас на камеру. Давай, на камеру. Заменяю. Так, свидетелей будет много. Любая свободная дата с завтрашнего дня в Николаево, она может быть забронирована под нашу свадьбу. Поэтому тут только серьезные намерения. Потому что я тебя люблю. А дату выбираешь ты? Или вместе? Ура! Как в сказке. Просто жизнь как кино, даже похлеще. Ну вот мы в лифте ехали, мне показалось, что ты как будто что-то подзаподозрила. Вообще ни разу. Ты на меня смотришь так, как будто... Я смотрю, что я тебе напрягаю, что тебе пора ехать, я там жду повара, мне тут надо вещи помочь занести, я просто вот... Я же достойна лучше, правда? Да? Да. Не хочу там больше. Не пойду. Вова смеется, говорит, поехали 7 постов, теперь проедем. А, не пойду домой, как хотите. Все, тут такая позировала, сейчас даже смазировать бы не могла просто. Все, мысли где-то там. Что за дом? Машине, говорит, что за типа, дом? Да. Блин, как вы все про Дубровкино снимали? Ладно, на нос всех!